Любимый педагогический. Эти слова чаще других звучали сегодня во Дворце культуры «Энергетик». Свой 28-й день рождения здесь с размахом отметил Набережно-Челнинский государственный педагогический университет. Праздник начинался уже у входа во дворец. Причем вместе со студентами сегодня пели и танцевали и преподаватели вуза. В любви к университету сегодня признались и гости праздника. По словам депутата Государственной думы Альфии Кагогиной, НГПУ по праву считается кузницей педагогических кадров всего Закамского региона. Лучшим его преподавателям она вручила почетные грамоты. А к будущим педагогам депутат и мама троих детей обратилась с напутствием. У меня, как у всех у вас, была любимая бабушка. И она говорила так. В жизни должно повезти три раза. У кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. Вот очень важно, куда придет маленький человек, в чьи руки попадет.